Сегодня одна из животрепещущих тем – это ЖКХ. С этими проблемами ежедневно сталкиваются жители города Нефтекамск. Теперь они могут обращаться с жалобами к Рустему Ахмадинурову, недавно избранному Курултай от нашего города. Одним из первых к нему пришел местный предприниматель. Раду Салимов владеет ливневой канализацией на территории промзоны. По словам мужчины, предприятия и организации отказываются заключать с ним договоры и производят слив несанкционированно. Я поэтому к вам пришел, что мое обращение просто читаю и красиво ответ. У вас нет пока обращения? Есть. Я не все принес. А, 190 листов обращений. Я хочу именно с вашим чеком, с вашим весом, с вашим должностью. Мы делаем сейчас обращение и сюда, и в Росприроднадзор. В связи с обращением предпринимателя компании вот САИС, которая обслуживает ливневую канализацию, просим рассмотреть вопрос соблюдения экологического законодательства предприятий, находящихся в данной зоне. Следующими на прием пришли жители села Ташкиново. 5 лет назад у них сгорел клуб, и до сих пор нет ни одной детской площадки. Женщины просили народного избранника создать игровую и спортивные зоны, чтобы разнообразить досуг подростков. В программу «Башкирские дворики» и формирование современной городской среды они не попадают. Единственный выход видят в помощи депутата. Детям отдыхать, не развлекаться, не покачаться на качелях. В общем, ничего абсолютно у нас в деревне нету. Есть только магазины, где они могут отдохнуть за кружечкой пива. Это весь у нас отдых. Ну давайте тогда мы по реальным делам запланируем. Вот я тоже предлагаю. Давайте мы тогда по реальным делам, если что, прям можно за счет тех средств, которые будут выделены мне по депутатскому бюджету. Только в течение 2 часов народный избранник принял порядка 10 жителей. А помимо этого Рустем Ахмадинуров провел уже не одну встречу. По его словам, накопилось большое количество наказов жителей, которые необходимо выполнять. Одни из приоритетных вопросов – это благоустройство общественных территорий, ремонт подъездов, спорт и медицина. Мы уже наметили вот на октябрь месяц, на середину октября, открытие реконструированной поликлиники детской. Сейчас вот решаем вопрос, чтобы там не заложены средства по фасаду, чтобы все-таки детская поликлиника смогла принимать людей в отремонтированном здании. Но там не хватает узких специалистов, поэтому на октябрь будем планировать приезд с Уфы. Ну и дальше вот в перспективе надо ставить вопрос все-таки о строительстве еще одной поликлиники детской. Где-то на 2021-2022 год. Напомним, Рустем Ахмадинуров одержал победу на выборах Курултая 8 сентября. За него свои голоса отдали более 65% избирателей. В башкирском парламенте он представляет комсомольский округ номер 16 от фракции «Единая Россия». Лично обратиться с вопросами к народному избраннику жители могут раз в месяц по адресу Нефтяников, дом 22. Работу общественная приемная продолжит и в отсутствие депутата. Обращения граждан будут принимать уполномоченные помощники. Телефон для записи 4-24-60-7. Анастасия Тимирбаева, Ильгиз Миниханов. Время новостей.